3 роки тому держава заборонила банкам та фінансовим установам нараховувати пеню та штрафи учасникам АТО за непогашений кредит. Але, незважаючи на це, ті продовжують тероризувати бійців. Звернення військовослужбовців до банків про кредитні канікули ті просто ігнорують. Незахищеними також опинились вимушені переселенці, яким банкіри відмовляються повертати депозити. Що робити і де шукати правди – дивіться далі. Наприкінці 2013 року Юрій, кадровий військовий, звернувся до одного з комерційних банків, аби отримати гроші в кредит на ремонт оселі. Розповідає, необхідну суму 17 тисяч гривень банк погодив за умови, що позичальник має підписати страховий договір від нещасного випадку. Вартість страховки встановили 4 тисячі гривень. Набрасують страховку від нещасних випадків, називається. Без неї кредит не дається. Что составило сумму, в общем, 21 284 гривны. Согласно договору, который я подписывал с банком, по календарю этот кредит был разбит на 3 года. Это составило где-то 42 тысячи гривен. Я должен был вернуть банку. Соответственно, я добросовестно, как гражданин Украины, выплачивал кредит каждый месяц без просрочек. До травня 2015 року Юрій виплатив банку майже 22 тисячі гривень. І саме тоді дізнався, що рік тому український парламент ухвалив зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. В конце мая 2014 года были внесены изменения в закон Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Значит, закон предусматривает отмену процентов по кредитам, а также штрафных санкций, начисленных за невыполнение обязательств по кредитам для военнослужащих и заемщиков, мобилизованных в украинскую армию. Я обратился в центральный офис города Николаева ОТП банка. С требованием, чтобы мне составили заявление, отправили на центральный офис города Киева, чтобы мне эти штрафы, пеню, проценты не насчитывали. И пересчитали все начисленное сверху в тело кредита. Совместно это мы рассматривали эти проценты, сам весь процесс, что я банку должен, что не должен. Соответственно, мне было сказано, что закон на вашей стороне, да, мы составим сейчас заявление, все, и вам должны, в принципе, ответить в это самое, по поводу этого. Они должны, должно быть, соответственно, в центральном офисе города Киева заседание, и должен быть прийти ответ. В течение месяца ответ мне не пришел. На 2 наступних звернення не нараховувати пеню та штрафні санкції, відповідно закону, банк також не відреагував. Рішення фінансової установи хоча б якогось Юрій чекав майже рік, але марно. Когда я пришел через определенное время в ОТП-банк города Николаева, говорю, где письменный ответ. Мне сказали представители, что ну вы же понимаете, что это может быть для суда, туда-сюда, вот эти дела все. Я тогда понял, что нет, я не понимаю, ответа письменного не было, я подаю в суд. Але на жодне засідання суду, а їх було 3, представники банку не з'явилися, зазначає Юрій. Після чергового звернення до фінустанови нарахування пені призупинили на 4 місяці. Але з квітня цього року бойовому офіцеру, який пройшов не одну ротацію у зоні АТО, його сім'ї та поручителям почали надходити повідомлення від колекторів. Взяли, продали в этот самый проценти на это пользование кредитом, незаконно начисленное в особливый период, подчеркиваю, называется ну, не коллектором, а финансовой компанией «Кредит Капитал» на сумму 20 292. Соответственно, эта финансовая компания «Кредит Капитал» прислала мне, называется, поведомленная вымога, что я им должен сумму 22 123. То есть 2000 еще они мне набросили непонятно каким образом. Суд триває й досі, зазначає Юрій. Засідання постійно переносять. А колектори продовжують нараховувати вже свої відсотки і штрафні санкції. Та методично тероризують позичальника і його, так би мовити, поручителів. Помимо этого сама пошли угрозы, смски о том, что это самое, что вы нам должны деньги, о том, что мы прибудем к вам, опишем имущество. Потом судами запугивали, звонят от 4 до 5 раз в день, вместо того, чтобы защищать сейчас рубежи, так как я летаю воздушные рубежи нашей Родины, я вынужден воевать с банками и с коллекторскими компаниями. Я выдержанный человек, я это все выдержу, но морально в душе есть обида какая-то.
что вот так вот со мной поступают. И поэтому я решил юридическим путем, согласно законодательству Украины, через суд добиться правды. И с моральным ущербом. Я думаю, этого добьюсь. На жаль, випадок Юрія не поодинокий. Кредитори і колектори іноді ігнорують законодавство, яким передбачено, що банкам забороняється нараховувати відсотки за користування кредитом, а також штрафи та пеню за невиконання зобов'язань мобілізованим військовослужбовцям, резервістам та військовозобов'язаним на час особливого періоду. І тут стоїть відмітити те, що банки, не желая терять свою прибыль, они как бы трактовали этот закон по-своему. А именно только что участники боевых действий, те, кто только были в АТО и имеют удостоверение, только к ним применяется данное законодательство. Но это неверно, потому что в законе указано военнослужащие, то есть это все военнослужащие. За наявності незакритого кредиту, аби банк не нараховував відсотки та пеню, військовослужбовцю необхідно звернутися до банку. Закон предусматривает пересчет процентов и штрафных санкций по кредитным картам, по кредитам по потребительского кредитования, потребительским программам и по, если есть кредитный лимит на текущем счету предпринимателя. Обращаю внимание, что пересчет процентов и штрафных санкций не происходит в автоматическом режиме. Заемщику необходимо обратиться в отделение банка с пакетом документов, а именно военный билет, либо документ, подтверждающий прохождение военной службы, и заявление, в котором указать реквизиты договора, которому необходимо произвести пересчет. Для военнослужащих период пересчета, аннулирования процентов и пересчета штрафных санкций с момента наступления особого периода, для мобилизованных заемщиков с момента мобилизации. Что касается регламента пересчета, от 14 до 30 дней. Якщо ваш банк на звернення не реагує або відмовляє вам у реалізації такого права, юристи радять не піддаватись відчаю і звертатись з позовом до суду. Мы обращаемся в суд по месту нахождения ответчика. Это основная подсудность по гражданскому судопроизводству. Так как у нас ответчиком будет банк, мы можем пойти двумя путями. То есть в первую очередь у нас где главный банк, да, если банк расположен в Киеве, можем обратиться в суд в Киеве. Вот. Но так как это иногда бывает затратно и невозможно доехать, то мы можем обратиться с иском в местный суд в вашем городе, где мы заключали данный кредитный договор. Щодо судового збору, то від оплати звільняються не всі військовослужбовці. Военнослужащие оплачивают судебный сбор в не менее 640 гривен, а участники боевых действий, те, у кого есть удостоверение АТО, они освобождаются от уплаты судебного сбора в тех делах, которые касаются нарушения их прав. Але, на жаль, законодавством не передбачено жодних покарань для банків, які відверто ігнорують норми закону. Також від незаконних дій банків страждають і вимушені переселенці. В последнее время очень часто обращаются вынужденные переселенцы по вопросам банковским. Когда они проживали на территории Крыма, то есть они вкладывали свои деньги, то есть заключали договора депозитов с банками. Они вернулись на материк после вот оккупирования Крыма, и сейчас они хотят получить свои денежные средства, а банки отказывают им в получении данных средств. То есть полностью отказывают в возвращении и депозита, и процентов по депозиту. Хоча чинне законодавство забороняє обмежувати права клієнта банку на розпорядження його коштами, якщо на те немає відповідного рішення суду. Но, как правило, банки, они говорят о том, что нет возможности выплатить, потому что сейчас эта территория является неподконтрольной Украине, и возникают трудности по возврату денежных средств по депозиту. Но они упускают очень важный момент, что все договора, которые вот требуют, то есть внутренне перемещенные лица, эти все договора были заключены до момента наступления данного периода, то есть до момента оккупирования этих территорий. А это даже в законодательном, то есть там указано, что даже оккупированные территории, они являются неотъемлемой частью территории Украины. Така аргументація не має ніякого законного підґрунтя, стверджують юристи. Якщо на прохання повернути вклад і виплатити відсотки банк відмовляє, що робити? Первое – это, естественно, обратиться в банк с требованием, законным требованием, аргументированным вернуть свой вклад. Мы обязательно в своем требовании, так сказать, указываем возможные последствия для банка, а именно взыскание всех пеней, штрафов, то есть морального ущерба в частности, то есть указываем, получаем отказ. Дальше у нас идет одна дорога, то есть об этом говорит нам и Национальный банк как регулятор, то есть обращайтесь в суд. Мы обращаемся либо в местный суд, либо, опять же, где у нас находится
главное отделение банка вот, на территории Украины, независимо от того, даже если вы брали депозит, ложили депозит на оккупированных территориях сейчас, которые по судебному процессу. Для того, чтобы обратиться в суд с требованием вернуть вклад, мы оплачиваем судебный сбор. Переселенцы не освобождаются от уплаты судебного сбора. Также хотелось бы отметить, что суды удовлетворяют данные иски, потому что деньги, то есть вклад, это является частной собственностью, имуществом лица, вкладчика. И никто не имеет права посягать на наше имущество. А в этом конкретном контексте и в этом разрезе, то есть банки, не возвращая вклад, они нарушают права, то есть посягают на собственность лица. Також юристи рекомендують в позовній заяві до суду, окрім вимоги повернути ваш вклад і нараховані відсотки, вимагати від банку інших відшкодувань. Мы также имеем право на возмещение морального и материального ущерба, причиненное банком, а именно убытки. Да? То есть вы могли эти деньги куда-либо вложить, да, и пользоваться этими деньгами, а банк лишил вас этой возможности. Поэтому обязательно подтверждается доказательствами, да, данный период, за который вы хотите, и определенная сумма тоже. То есть вы, возможно, там, вы заболели и вы лечились, и вам эти деньги необходимы были для лечения. То есть это квитанции об оплате там лекарственных разных препаратов. То есть это тоже будет считаться доказательством о вот, причиненных банком вам убытков. Не будем еще забывать, что в случае, да, успешного выигрыша в суде, то есть мы взыскиваем помимо тела депозита, проценты насчитанные. Очень важно сказать, что проценты насчитанные не только на момент действия договора, а проценты насчитанные до фактической выплаты их. То есть это очень важно, потому что иногда проходят, то есть в принципе человек может получить достаточно весомое решение. Плюс не будем забывать, что есть соответствующие штрафные санкции для банка, в частности закон о защите прав потребителя. Их это в размере 3% в день. Еще 3% годовых, инфляционные затраты, моральный ущерб, давайте не будем. То есть, если у нас гражданское законодательство, оно диспозитивное, оно основывается на доказательствах, если вы правильно аргументируете, что у вас в связи с этим есть какая-то упущенная выгода или наоборот какие-то, то есть к вам применили какие-то санкции, да, за то, что вы там не выплатили свои долги вовремя. Это все можно аргументировать, и если суд посчитает ваши доводы там належным и проконвым, то почему нет? То есть можно получить достаточно хорошее решение. Юридична практика свідчить, що суди, як правило, задовольняють позови фізичних осіб клієнтів банку. Хоча цей шлях і довший, але ви будете захищені рішенням суду, а його невиконання вже буде кримінальним злочином. І головне, на чому наполягають юристи, якщо вже виникли проблеми з банком, переведіть ваше спілкування у письмову форму. Збирайте усі документи, відповіді, фінустанови, реєструйте свої заяви. Саме цей пакет документів буде підтвердженням для суду, що ви зробили все можливе для вирішення проблеми у досудовому порядку. А також читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».